Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Forerunner 225. Сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, на часах для начала мы после включения выбираем язык. Далее выбираем расстояние в милях или километрах, формат времени, пол, год рождения. Вес. В общем, вводим все данные. Далее можем включить отслеживание занятий, либо выключить. И таким образом мы настроили сами часы. Далее нам нужно скачать приложение, которое называется Garmin Connect. Далее мы в нем переходим в устройство, нажимаем на плюсик, либо на часы. И нажимаем «Добавить устройство». На часах мы листаем вниз, ищем настройки. И далее выбираем Bluetooth. И нажимаем «Сопряжение с мобильным устройством». Здесь нажимаем «Обзор всех совместимых устройств». Далее выбираем Forerunner и выбираем Forerunner 225. Здесь мы также можем ввести все данные. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Поиск устройства». Нажимаем «Ок». Нажимаем ОК. И таким образом мы добавили наше устройство, подключили наше устройство к Андроиду. Вот и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.